Впечатляющий ресепшн из массива ясеня, дизайнерская деревянная люстра из ценных пород и слегка уловимый аромат древесины. В холле центрального офиса крупнейшего поставщика натуральной древесины ценных пород встречают делегацию администрации городского округа Мытищи. Предприятие заработало всего месяц назад и не имеет аналогов в мире. Ни в какой стране Европы, Америки, Северной, Южной вы такого масштаба не встретите. Наше производство, наша компания занимается оптово-розничной торговлей ценными породами древесины. Возим со всего мира, примерно 50 стран. И это наша главная такая черта, самая сильная, то, что у нас огромный ассортимент. То есть нигде вы не сможете найти больше ассортимента древесины, чем у нас. Помимо регулярно пополняющегося ассортимента, компания оказывает полный спектр услуг. От индивидуального подбора шпона, разработки дизайн-проекта до изготовления кромочного материала. На всех этапах от согласования эскиза до реализации проекта заказчику помогают опытные эксперты. На предприятии работает 170 человек. И самое главное, что нам сегодня сказал генеральный директор, о том, что эти люди, они работают уже давно, то есть на протяжении практически 10 лет, и не меняется коллектив. И это, наверное, дорогого стоит. Это еще раз подчеркивает, что предприятие с хорошими традициями, предприятие, которое заботится о своих сотрудниках. И нам очень радостно, что это предприятие теперь находится на территории городского округа, является качественным и контрагентом, но и самое главное, является качественным налогоплательщиком. Мы, как создатели бюджета, конечно, на это обращаем пристальное внимание. Глава муниципалитета также отметила, что такие предприятия перспективны и выгодны и округу, и региону, и стране. Екатерина Шарыпова, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.